камеротерапия. Вот, пожалуйста, выяснилось, что это одеяло 60-го года, мне мама сказала, она, значит, дословно вчера. Я попытаюсь еще ее проинтервьюировать. Сказала, что ее родители, она помнит, очень радовались, когда купили это одеяло, что оно очень было пушистое. Вот. Что оно минимум 60-го года, а то еще раньше. Вот у нас. Так, сейчас я скажу, это Кевин, да, из Лос-Анджелеса. Трансляция, самолетики снимает, как они садятся. Вот. Комп прямо передо мной. В этой дислокации. Вот, видите, похоже на свет настольной лампы. Вечернее солнце. Ой, а что я вам скажу, конечно, то, что я слышу из внешнего мира, это, конечно, все. Ну, то есть я не знаю, каким оптимистом надо быть, чтобы сохранить при этом хотя бы маломальскую радостность. Я не имею в виду сейчас то, что вы подумали, а говорю как раз просто о новостях от соседей. От соседей. От соседей именно что совершенно никаких новостей. Все просто каким-то чередом уходят на тот свет. И, в общем, у меня пока нету устойчивой теории по этому поводу. А вот эта лапа тоже, я уже говорил, со мной с 98 года, вот с этой наклейкой. Ну, может, 99-го, 98-99. Я помню, как я, когда мне было лет 12, я наклеил эту наклейку. Это наклейка от обуви. Не знаю, видно, нет. Какая-то надпись. Еще все перевернуто, ничего не поймешь. Ну, вроде от обуви. Кстати, можно будет выяснить. Сейчас, кстати, я наберу и выясню, что за надпись.